Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. Замечали когда-нибудь на вывесках, когда магазин открыт-закрыт, пишут open, на других пишут closed? Задавались когда-нибудь вопросом, почему не opened, например, или можно и так, и так? В сегодняшнем видео мы постараемся расставить, я постараюсь расставить все точки над и. И uh, также хочу напомнить, что у меня есть инстаграм. Кирилл, underscore English. на инстаграм, если хотите подписаться. Если у вас трудности восприятием речи на слух, я делаю разборы, маленькие разборы сценок из фильмов, сериалов, TikTok, YouTube, видео и публикую это все, детали в Инстаграме и Телеграм тоже есть. Если у вас нет Инстаграма, вы можете читать Телеграм, контент я стараюсь обычно не дублировать. Кирилл underscore English handle для Телеграма. Окей. Okay. Итак, на вывеске очень часто вы видите написано open. Что это значит? Uh, closed. Что это значит? Чтобы в этом вопросе разобраться, нужно понять, какая часть речи. Итак, если у вас на вывеске написано open, это прилагательно. Ну, то есть имеет место, правильно? Открытый. И в русском языке у нас наречие, но тем не менее. Open. Open может быть глаголом. Например, если вы хотите сказать, я открыл дверь, вы скажете, I opened the door. Глагол ставим в прошедшую форму, правильно? Если вам нужно сказать, что дверь открыта, вы можете просто сказать The door is open. Потому что open это уже прилагательное. The window is open. The door is open. Окно открытое. Дверь открытая или открыто. Там наречие прилагательное перевод плавающий. Соответственно, на вывеске пишут прилагательным, поэтому open. Что же делать с глаголом close? close. Обращаю ваше внимание на, звонкое, на звонкий звук z. Close это глагол. Но вот прилагательного, прилагательного close открыто у нас нет. Понимаете, поэтому если вы просто напишите close на вывеске же закрыто, а такого быть не может. Ну, мне, конечно, написать-то могут. Поэтому что нам сделать? Нам нужно сделать прилагательное. А как сделать прилагательное от глагола в английском языке? Очень просто. Добавляем окончание ed. Третья форма глагола выполняет роль этого самого прилагательного, да? называется past participle, но в предложении роль у него дать определение, поэтому closed это будет закрытый, переводим обычным прилагательным, так просто легче, не усложняем. Теперь вы мне можете сказать, возразить, но есть же у нас прилагательное close, close глухой звук, помним, да, close звонкий close глухой звук, да, есть такое, вы можете сказать, например I don't have close friends. У меня нет близких друзей, допустим. Или close contacts. Очень близкие друзья, контакты имеется в виду, как друзья, да? Close. Здесь у нас прилагательное, но значения у этого прилагательного нету, как открытый. Поэтому прилагательное само есть, вот значения нет. Вот отсюда все трудности. Итак, to recap that, давайте я вам буду говорить предложение по-русски, попробуйте быстренько его переводить на английский. Как говорится, не щелкаем ничем, потому что time is limited. Обычно вы куда-то при, вы куда-то едете и говорите: "Все, мы уже рядом". У вас есть три секунды. Время пошло. Раз, два, три. Кто не успел, тот опоздал. We're close. We're close. We're close. Глухой звук. We're close. Пришли вы кому-то. Калитка закрыта. Вы говорите: "Раз, два, три". Три секунды прошло. The gate is closed. The gate is closed. The gate is closed. Вы зашли в дом свободно, спокойно, и вам человек говорит: А что, дверь открыта была, что ли? Я же ее вроде как бы закрывал. Что, дверь открыта была? Вот это предложение просто переведите. Раз, два, три. Елочка, гори. Was the door open? Was the door open? Здесь можно open иметь в виду как закрыто, так и на замок тоже закрыто. Не обязательно говорить вот это вот locked и так далее. Was the door open? Теперь постарайтесь сказать первое предложение. Дверь закрылась. Обратите внимание, что дверь закрылась, она сама. Никто не... Там ветер дунул или, может быть, какой-нибудь полтергейст помог. The door closed. The door closed. Дверь закрылась. Глагол действия. And дверь закрыта. Кто-то ее закрыл. Да? Дверь закрыта. The door is closed. The door is closed. Маленькая вот это вот маленький нюанс, да. Глагол be поставили и поменялась общая концепция. Как бы смысл он вроде так и не меняется, но вот есть такой нюанс. Обращайте на это внимание, это очень важно. Alright, there you have it. Теперь вы не ошибетесь. Помните, чтобы все это у вас закрепилось, вам необходимо использовать это в своей речи.